Стала известна дата празднования Курбанайта. День жертвоприношения в этом году выпадает на 11 августа, воскресенье. Так что в Казахстане он не рабочий, на рабочий график не повлияет. Ведь согласно закону, религиозные праздники в нашей стране не переносятся. До этой даты осталось меньше недели, и подготовка идет полным ходом. Например, в пакистанском Карачи подвешивают коров. Оказалось, что в перенаселенном городе скот выращивают и содержат прямо на крышах. Я выращиваю скот в течение последних 16 лет. Они живут на крыше, потому что это единственное подходящее место. Мы не можем спустить их на землю по лестнице, поэтому вызываем кран. В пакистанском портовом городе Карачи, подвешенный над узким переулком, бык уже никого не удивляет. Каждый год перед Курбан-Байрамом с крыш зданий снимают выращенный там скот. В перенаселенном городе нет возможности держать приготовленных для жертвоприношений животных, привязанными возле дома. Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа в Мекку и считается одним из самых важных событий в исламском календаре. В этот период мусульмане приносят в жертву коров, овец, верблюдов. Мясо делят между семьями и друзьями, а часть отдают бедным людям.